кинотеатре «Горняк» команда авиационно-технического центра «Дельта Авиа» провела итоговое представление «Небо для всех». Детей наградили за победы в летных соревнованиях на обучающих тренажерах и в спортивных состязаниях стрельбы из лука. После гостям показали видеоролики на тему авиации и подготовили новогодние сюрпризы. Как итоговое мероприятие у нас должно было произойти авиашоу. Запланировано было. Но в связи с запретом массовых мероприятий, да, к сожалению, оно не состоялось. Вот. И мы по согласованию с фондом приняли решение произвести в другом формате. То есть мы 4 дня организуем авиапоказы, новогодние поздравления наших участников проекта, вот, с вручением подарков, призов, раздаточного материала. И также в спорткомплексе «Энергия» у нас проходит выставка. Она еще будет проходить, думаю, недели 3. Бесплатно можно прийти, ознакомиться с характеристиками воздушных судов. Директор и преподаватель авиационно-технического центра «Дельта Авиа» Василий Шарбур обучает детей в Магадане с 2016 года. С помощью поддержки регионального правительства потенциальные юные летчики могут заниматься авиационным обучением на специализированных тренажерах. У нас в регионе появился тренажер, который вы видели тоже на экране. И теперь и тот аппарат, о котором тоже говорили, в рамках «Народного неба» проекта. Вообще, мне очень нравится название проектов, которые Василий придумывает. «Народное небо», «Небо для всех». Это действительно говорящее название, которое говорит о желании прикоснуться к небу всем желающим. Я желаю процветания вашей организации. Уроки по авиационному мастерству проводят в спортивном комплексе «Энергия». Обучение реализуется при поддержке коммерческих спонсоров и федеральных грантов. Совместно с региональным правительством авиационно-техническому центру удалось приобрести безмоторный летательный аппарат «Планер». Скоро «Дельта Авиа» откроет юношескую школу полетов на «Планере», куда можно будет записаться детям с 12 лет. Три, два, один, огонь!